«Бутик-политик». Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. «Бутик-политик». Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. «Бутик-политик». Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это «Бутик-политик». Сегодня 25 февраля года 2020. Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, конечно, об ушедшем сегодня от нас Хосни Мубараке. Личность была слишком большая, чтобы просто так этот момент упустить и об этом ничего не сказать. Вот, а об этом событии, о том, кем он был для Ближнего Востока, что он сделал, где он ошибался, где он, наоборот, поступал мудро. Это интересно, на мой взгляд, вообще такой масштаб. Не так часто мы вообще говорим о подобного масштаба личностях. Вот, потом мы перейдем уже к, ну, немножко небольшой апдейт о коронавирусе, совсем небольшой. Постараемся в это больше глубоко не заходить, чуть-чуть экономики, чуть-чуть. Вот, и самого коронавируса там есть интересное развитие, особенно в Иране очень интересное развитие. И перейдем дальше к региону Ближнего Востока, немного поговорим о перестановках в Саудовском кабинете. Они произошли, наследный принц поменял там министров, создал новые министерства, это интересная штука. Потом, я думаю, мы перейдем к вопросу визита Трампа в Индию. И я думаю, что на этом наша адженда будет исчерпана. Но если останется еще время сегодня, то, может быть, мы поговорим о мирной сделке, которая, в принципе, должна, по идее, должна закончить гражданскую войну в Южном Судане. Вот, она несколько дней назад произошла, и вроде бы как бы все на мази. Но эксперты ожидают срыва этой сделки, этот договоренности в ближайшее время. И я думаю, что это интересно тоже, и особенно учитывая, что на основных наших направлениях, за которыми мы наблюдаем сейчас, за российско-турецко-сирийским направлением, там сейчас такое информационное затишье, я думаю, что можно как раз найти такую лазейку и об этом поговорить, а там дальше, потому что уже израильские выборы будут совсем близко, о них надо будет говорить. В общем, это сейчас хорошее время, да, такое окно возможности именно коснуться, а то так у нас и не получится это никак с вами обсудить. Напоминаю, друзья, что вы можете мне писать 347-460-0877, смс-портал прямого эфира, Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz и Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, пожалуйста, ищите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Он был первый из... Хосни Мубарак был первым из арабских лидеров и вообще из такого уровня лидеров автократичных, который в арабском мире, по крайней мере, пал жертвой арабской весны таким образом, что оказался под судом, и ему пришлось со всех своих позиций в итоге оказаться в клетке и слушать свидетельские показания, которые против него давали на этом процессе. Я думаю, что вы помните, это совсем недавно происходило, 9 лет назад. Как раз 9 лет назад свидетельские показания в этом процессе давали против него его близкие соратники, которых он на самом деле культивировал, вырастил, и генералы, и подчиненные более низкого ранга, и нация все это наблюдала, все это показывалось по телевизору, он находился в клетке, в постели, но в клетке. Вот, в общем, надо сказать, что последние годы его жизни были тяжелым временем для него самого, потому как он видел, как на его глазах его легаси, в принципе, разрушается. Вот, и то, что он 30 лет ровно строил своими руками, в итоге он наблюдал за тем, как оно потихоньку, да, вся вот эта очень сложная система взаимоотношений, которая была выстроена в стране, да, его тонкая игра между исламом, политическим исламом и левыми для того, чтобы оставаться в седле независимо ни от чего, одной рукой подавляя инакомыслие, другой рукой сталкивая своих конкурентов между собой, потенциальных конкурентов, потому что реально в его, при нем говорить о реальной какой-то угрозе его власти из-за его планомерных действий по уничтожению оппозиции и по ее задавливанию, сложно говорить о реальной было конкуренции в тот момент. Экспертиза, основные массы экспертов, которых я сегодня читал, сегодня огромное количество материалов вышло, все-таки 91 год он прожил и 30 лет он правил. И в сложное время он пришел, и много он значил для Ближнего Востока. Это абсолютно неоспоримый факт. Его значение очень большим было. И, соответственно, когда уходит такой человек, очень много появляется разных мыслей разных людей, опубликованных в прессе, на телевидении стали люди выступать и говорить, причем эксперты, ближневосточники, просто журналисты. И в основном на Западе как бы странные к нему двойственные отношения здесь у нас. Да? С одной стороны, как бы... много было сделано для того, чтобы
Светская власть в Египте была упрочена, и Египет продолжал оставаться одним из главных игроков в регионе. При этом, при всем, все время педалируется тема того, что он на самом деле очень... его главная как бы промашка, что он не увидел роста, что он как бы спровоцировал самую арабскую весну, это главная идея, да, что он спровоцировал арабскую весну тем, что он жестко подавлял как бы любое инакомыслие в стране, и что он игнорировал проблемы египетского общества, и это именно вызвало арабскую весну и взрыв вот такого народного гнева, миллионы людей на улицах, и все время забывается главный момент, да, что на самом деле, и я ни у кого не услышал этого, что на самом деле арабская весна, из тех, кто сегодня об этом говорил, я имею в виду, мы с вами уже знакомы с этой точки зрения, она понятна. С другой стороны, надо все время помнить, что все страны арабские Ближнего Востока, особенно те, у которых нет своей нефти, они... очень подвержены этой проблеме, которая вызвала арабскую весну. И, кстати, главное тут надо понимать, что ни одна из тех проблем, которая, по большому счету, арабскую весну вызвала, она до сих пор не решена на Ближнем Востоке, поэтому мы наблюдали вторую волну в Судане, в Алжире. Вот. Может быть, будет еще и третья волна. Будем надеяться, что нет в ближайшее время, по крайней мере. Но эта третья волна, если долбанет, она может долбануть по тем странам, которые считаются, которые мы считаем как бы незыблемыми бастионами сегодняшней структуры безопасности, по крайней мере, суннитские монархии такого уровня, как Саудовская Аравия, например, да? Вот, мы думаем, мы надеемся, что там этого не произойдет, но оно может произойти. Опять же, есть группы правозащитников, и есть те люди, которые говорят, что монархии, такая как Саудовская Аравия, не имеет, саудовская монархия, дом Сауда, короче, не имеет права править. Но об этом мы попозже поговорим. Там есть как бы интересные моменты, и вообще, это вообще очень большой разговор о том, что такое политический ислам, и почему дом Сауда и руководство Эмиратов, эмиры, почему они не хотят играть с политическим, почему они такие антагонисты с политическим исламом, то есть с братьями-мусульманами, да? Почему эти два парадигмы так друг другу противостоят, эти парадигмы так друг другу противостоят? Это интересная большая тема, я не совсем хотел бы сейчас ее этой темы касаться, но в принципе мы должны понимать, да, эти проблемы, которые привели к арабской весне, никуда не делись в 2011 году, да, из-за которых все началось. Главная проблема, огромный процентный вес молодежи в обществе, до 30 лет вообще невероятно, что ли, то есть 70-75% молодежи, населения молодежи до 30 лет. Вот, отсутствие перспективы, нет работы, и если нет ресурсов для того, чтобы проплачивать, как бы поддерживать все время определенный уровень субсидий и дать какую-то надежду и создавать там, да, ну, естественно, и при этом еще очень высокий процент людей, которые имеют высшее образование, потому как деньги заработанные куда-то надо девать, и вот есть разные бенефиты, которые режимы на своих граждан возлагают, дают им эти бенефиты, которые в итоге потом могут обернуться на самом деле еще большей проблемой, потому что когда у человека нечего ему делать, и он просто как бы филлах, да, он просто, допустим, сельскохозяйственный работник, или он там работник какого-то неквалифицированной рабочей силы, это одна история. А другое совсем дело, когда человеку нечего делать, а у него высшее образование, и, естественно, интеллект его достаточно сильно развит. И в этой ситуации безысходки вполне возможно, что люди берутся за оружие и за всякие разные протесты. Тоже понятный момент. Поэтому образование может сыграть, бесплатное особенно образование, может сыграть злую шутку с режимами, которые автократичны, у которых, опять же, экономическая ситуация не дает никакой перспективы для развития. Вот. И это общий тренд. Этот общий тренд, он есть в Иране, этот общий тренд, он чувствуется в Саудовской Аравии, он был в Тунисе, он был в Ливии, везде, где мы наблюдали волнения определенные, да, протесты, это все то, что мы называем арабской весной, да, это объективные причины. А Буазизи, который поджег себя из-за, если вы помните, не с Египта же началось, правильно? Вспышка началась в Тунисе, убежал Бен Али. И тогда уже прокатилась волна сначала в Египет, потом Йемен, потом Ливия, потом Сирия и так далее, далее везде как бы. И Бахрейн. Потому что человек, который поджег себя из-за того, что полицейский потребовал от него взятку, чтобы ему продолжать торговать овощами на этой главной площади, а у него было, если не ошибаюсь, у Буазизи было высшее образование, и вообще много было проблем, и нечего было есть, как бы. Ребята сильно нуждались. И этот горящий человек-факел, которого вы помните, который начал арабскую весну, это просто был как бы курок спусковой, да? А ситуация уже давным-давно была накалена. Ну и, конечно же, силы, которые были на нелегальном положении в тот момент или на полулегальном положении, то есть политический ислам, он, конечно, на гребне этой волны и пошел к власти. Но сейчас не об этом лишь речь, там у Мубараке, о том, что этот человек сделал. Поэтому я к чему все это говорю? К тому, что это отношение, что именно то, как Мубарак себя вел и как он относился к тем проблемам, которые были в Египте,
и как он прессовал оппозицию, грубо говоря, он, да, правда, там вырывали ногти, там яйца отрезали, прости господи, подключали ток к гениталиям, разные вещи в тюрьмах у него делали, и там в тюрьмах десятки тысяч людей находились. Да, ничуть не меньше, я думаю, чем у сегодняшнего Аль-Сиси там в тюрьмах находились люди и подвергались достаточно серьезным пыткам. Это все известный момент. Но при всем при этом не он своими действиями явился причиной арабской весны, а общая ситуация, особенно экономическая в этих странах, явилась причиной арабской весны. Я думаю, что любой эксперт вам это дело, эксперт, да, подтвердит вам подобную точку зрения. Теперь, особенно человек, который понимает политэкономию немного. Смотрите, сама личность, теперь мы должны понять, что то, что делал этот человек, его поступки его, они были обусловлены достаточно суровой реальностью, в том числе и обстоятельствами его прихода к власти. Он был после войны Йом-Кипура, да, то есть как бы в Египте, там сейчас как бы двойственная ситуация. Значит, он умер сегодня, его сын Аллах сообщил об этом. И с завтрашнего дня в Египте наступает трехдневный траур, его будут хранить с воинскими почестями. При этом то, что сегодня в Египте происходило в основном, да, все говорили о том, не о том, каким он был, как твердой рукой он правил, а о его успехах, были большие успехи. Ну, для Египта сейчас, да, с египетской точки зрения. Залезаем в шкуру египтянина и думаем, как египтяне. То есть для него война Йом-Кипура, конечно, был звездный час, потому как египетская армия в первые дни, по крайней мере, войны Йом-Кипура добилась больших успехов. И роль Мубарака в этих успехах была немаленькая, он тогда был генералом, командующим египетской авиацией, и это считался, то есть в Египте война Йом-Кипура считается для Египта победной, да, несмотря на то, что потом она Египтом все равно была проиграна, и Синай Египет назад таким образом не получил, но, кстати, многие говорят, эксперты и историки, что именно война Йом-Кипура в итоге привела к тому, что Бегин подписал с Садатом мирную сделку, вот, потому что стало понятно, что военного решения нет, а жить в такой вражде с соседом невозможно, учитывая, что у соседа огромный военный потенциал и невероятный человеческий ресурс. И лучше, конечно, договориться и отдать Синай. Насколько прав был тогда Бегин, и когда он подписал этот договор, видно, наверное, история уже рассудила. Мы видим сегодня, что с Египтом, даже во времена Мурси, который, ну, совсем никак, его никак совсем нельзя было заподозрить в симпатиях к Израилю, тем не менее, мирный договор удержался. Это важный момент. Там, правда, еще Америка давила в тот момент, несмотря, опять же, на всю симпатию, которую Обама испытывал к политическому исламу, к братьям-мусульманам, считая это единственным и справедливо считая это важным демократическим ростком Ближнего Востока, будущего, да, тем не менее, то есть, несмотря ни на что, ни на взрывы газопроводов, ни на усилениях, то есть там много было факторов, которые могли бы привести к тому, что мирная сделка могла бы распасться, но она удержала. То есть мы видим, что, по крайней мере, это является одним из безопасных островов таких стабильности и до сегодняшнего дня, 78 года, то есть фактически прошло уже 42 года с заключением, ну, 41 заключение мирного договора. И надо понимать, что когда он приходил к власти, да, он воспринимается в Египте, там есть два нарратива, да, с одной стороны, как бы, он герой войны Йом-Кипура, и он пришел к власти при обстоятельствах достаточно печальных, когда в 81 году Анвар Садат был убит. Через 8 дней уже бывшим вице-президентом Хосни Мубарак стал президентом и присягнул, и он начал выстраивать определенную вертикаль уже по-своему, он, понимая, кто убийцы, и понимая, что главная задача обеспечить безопасность, территориальную целостность государства, понимая, что те силы, которые стояли за убийством Садата, должны быть уничтожены, и угроза подобная не может повториться, ему пришлось, конечно же, ввести чрезвычайное положение, и чрезвычайное положение так и не было отменено до его отставки в феврале под давлением 8 миллионов протестующих на улицах Египта. Вот, Тахрир, то есть площади Тахрир. Я думаю, что вы все эти картинки помните, эти миллионные толпы людей. Эти 30 лет также ознаменовали для Египта новый период в отношениях и в регионе, и с Соединенными Штатами. У Мубарака были очень большие достижения продвижения отношений. Во-первых, продвижение светской модели правления. Да? Братья-мусульмане находились в полулегальном положении. Он... в Египте процветал американский университет в Каире. В общем, отношения между США и Египтом расцветали. Ему в какой-то момент удалось от Джордж W. Буша пробить достаточно большие военные кредиты. Вот. Его точка зрения вообще на систему власти, на управление была интересная. Он всегда, он все время, ну, то есть, как бы он проецировал все время себя на любую проблемную ситуацию, как бы он поступил, если бы нужно было наводить порядок. Поэтому он когда-то писал Бушу после того, как в то время, когда нужно было решать вопрос
о том, что дальше в Ираке делать после того, как мы свергли там Саддама Хусейна и оккупировали Ирак достаточно долго. Да, у него была коммуникация с нашим президентом в то время, Джордж В. Бушем. Он говорил, что в принципе идеальная схема для Ирака — это честный офицер, который мог бы этой страной управлять, потому как он считал, Мубарак, и он до конца, до самой своей смерти считал, что он прав здесь. Единственный вариант, которым можно управлять арабским большинством, это военная сила. И это диктатура, де-факто, потому что должен быть офицер. Армия, ну, тут понятно как бы момент, да, тут еще и арабская история об этом говорит. По большому счету, да, в кочевые, так как арабы изначально кочевники, то понятно, что тот, кто обладает самой большой военной мощью, тот как бы пользуется наибольшим уважением. И он считал, что арабским большинством, народом, да, арабами может управлять только самый уважаемый институт в стране. И в любой такой арабской стране, естественно, самым уважаемым институтом является всегда армия. Опять же, исходя из исторических причин, скорее всего. Вот, и из того, что она воспринимается как наименее коррумпированная сила. Вот. Кстати, в Египте как раз армия не просто сила, которую доверяют, она также еще собственник, если не ошибаюсь, Суэцкого канала, Асуанской электростанции. Она, собственно, она получает огромные доходы, то есть высшие офицеры, да, они акционеры туристических крупных компаний, отелей Шарм-эль-Шейха, например, вот, ну, естественно, Суэцкий канал, без сомнения, и вот этот статус-кво Мурси попытался поменять, но в итоге кончилось все дело тем, что через два года никакого сопротивления у военных, то есть были, наверное, военные, которые поддерживали потом президента Мурси, но в итоге Абдель-Фатах аль-Сиси легко, да, был поддержан, естественно, всем генералитетом и средними офицерами, потому как статус-кво, когда пытаешься нарушить, желательно перед тем, как ты хочешь его изменить, заручиться поддержкой тех, кто в итоге может оказаться недовольным. Вот, но это понятно, не всегда это возможно сделать, поэтому в итоге Мурси долго не провел. Плюс Мурси начал, помним, играть с Ираном, и пару лет, которые он был у власти, единственный демократически избранный президент, он там, как любой брат мусульманин, да, известно, что братья-мусульмане шиитской парадигмой всегда общаются хорошо и тепло, вот, традиционно. И вот, помните, иранские корабли, которые по Советскому каналу в Средиземное море проходили? Это была последняя капля, я думаю, в саудовском терпении. В итоге они сказали Аль-Сиси «давай», и Аль-Сиси дал. Вот, но сейчас не об этом речь. Речь о Мубараке. В общем, смог он добиться многих вещей. Стабильность очевидная при нем была в Египте, потому как он поддерживал высокий уровень субсидий. Он добился от Буша очень серьезных больших военных ассигнований. То есть он получил... Египет был, и, по-моему, до сих пор находится на втором месте по американской помощи военной. Ну, когда деньги в бюджет попадают, они попадают как бы уже... там дальше. Не все деньгами, конечно, что-то оружием, как в израильском случае. И это, конечно, меньше, чем Израиль получал. Если Израиль получал 3 миллиарда до того, как Обама увеличил этот пакет, то Египет получал, по-моему, 1.5 миллиарда ежегодно. Но все равно это очень большие деньги. Они высвобождают другие ресурсы, потому что на оборону-то все равно надо тратить, правильно? А когда вы уже получаете какие-то средства, то вы можете себе позволить делать разные там вещи. Вот, и там какой-то маневр у вас появляется. Поэтому в Египте долго доллар на доллар давали 5 пит, понимаете? 20 центов за питу. И это хорошая цена. Вот. Теперь, учитывая, что большая часть населения страны живет, до сих пор десятки миллионов человек живут на 2 доллара в день. И это, конечно, уровень бедности запредельный, и коррупция среди чиновников мелкого уровня очень большая есть. И, ну, вы понимаете. Я думаю, что многие наши слушатели в Египте бывали. Я, к сожалению, пока еще ни разу. Ну, вот, надеюсь, в какой-то момент мне удастся это сделать. Помимо того, как он строил светскую модель, его роль как бы в регионе немножко становилась меньше, как при Насаре, конечно, она была больше, роль Египта. Но появились новые игроки, и вот это появление новых игроков, в данном случае я имею в виду Саудовская Аравия стала играть более активно, Эмираты стали играть более активно, но это как бы в него, в одной с ним парадигме, но одновременно появилась, стала более активно играть Турция, начиная с 2002 года, и более активно стал играть Катар, которые находились в другом лагере, ближневосточном, не в Салафистском, не поддерживающем Саудовскую Аравию, и которые, с одной стороны, да, поддерживают западные ценности, с другой стороны, поддерживают политический ислам, и, естественно, опять же, как демократическую форму правления, поэтому это все была ему угроза, конечно же. Вот, и его роль, и роль Египта, в принципе, во внешней политике, она уже была не как бы, не настолько очевидной. Хотя попытки... продвижение ближневосточного урегулирования, я имею в виду израильско-палестинской проблемы, да, попытки ее решения он предпринимал, вот, и многие американские президенты пытались его в этот круг решения включать, потому как все прекрасно понимали, что никакие договоренности между израильтянами и палестинцами не могут удержаться, если Египет не будет их поддерживать, поэтому в разных саммитах он принимал участие и при Буше-младшем, и при Обаме пытались.
все пытались сделать, но в тот момент стороны не были готовы, как они не готовы сейчас, я имею в виду главные, как бы, протагонисты этого конфликта, да, арабы и евреи, не очень были готовы договариваться, вот, на тех, потому как то, что всегда хотели, то, что всегда хотели арабы, было намного больше того максимума намного, чем евреи могли им предложить. Это, как бы, известный момент, поэтому стороны так неохотно всегда двигались в этом направлении. Ну, что можно здесь сказать? Что он мог, то он делал. Его задача была обеспечить безопасность, территориальную целостность государства, его устойчивое развитие. С устойчивым развитием возникали определенные проблемы. И именно, и, кстати, сейчас, когда всяческие статьи и, опять же, телевизионные программы по поводу Мубарака сейчас идут, и на египетском телевидении, они там очень аккуратно, потому как, смотрите, при Мубараке была стабильность в том плане, что не отменяли субсидии на бензин, понимаете, никак не повышался в цене хлеб. То есть никто для того, чтобы получить кредит, грубо говоря, никто не для того, чтобы получить кредит Международного валютного фонда, шел на условия этого Международного валютного фонда, которые, в принципе, достаточно жестко на людях отражаются. Вот. А так как, опять же, мы понимаем, что огромное количество людей в Египте, оно очень бедное, соответственно, любые такие попытки шоковой экономики, встряхнуть немножко страну, они очень опасны и угрожают, как бы, всему статусу кво, какой есть в отношении обеспечения безопасности власти в данном случае. Поэтому Аль-Сиси себя не очень сейчас комфортно чувствует, если вдруг какие-то медиа-аутлеты начнут воспевать, как при Мубараке было хорошо. Ну, явно не совсем было хорошо, потому что как, насколько нехорошо в 2011 году все увидели. С другой стороны, при Аль-Сиси не так хорошо. Да, лучше, чем при Мурсе, нет хаоса, по крайней мере. Ну, или подобие хаоса. Но не так хорошо, как было при Мубараке. Сейчас говорим с точки зрения бедного египтянина, грубо говоря. Появились ли в Египте больше возможностей заработать деньги? И насколько хорошо развивается сейчас Египет, сложно сказать. Но кредиты ему утверждены определенные. И есть определенные виды деятельности экспортной, которые Египет может вести с очень большой прибылью для себя. То есть, короче, шансы Египта, да, на нормальное экономическое развитие в условиях благоприятной экономической конъюнктуры, они немалые шансы, потому что человеческий ресурс недорогой и многочисленный. Вот, и есть определенное сравнительное преимущество у Египта в выпуске некоторых товаров, которые, наверное, сегодня в этом регионе нет ни у кого. Опять же, хлопок, да, постельные принадлежности, например, вы знаете, рубашки, да, сантехника, например. То есть все знают египетские унитазы, все знают, что это такое. Короче, есть определенный момент, в чем Египет, имея сравнительное преимущество, может достаточно прилично зарабатывать. Можно автомобильную сборку там наладить. Ну, есть, короче, чем заниматься. Но для этого нужна неплохая международная экономическая конъюнктура, и сейчас не тот самый момент. А жить надо сегодня, и финансировать государство должно сегодня наименее обеспеченные слои населения. В общем, и, в принципе, ситуация в сфере безопасности не очень простая. Мы видим, что на Синае происходит, мы видим, что до сих пор там не под контролем вся территория, и племена существуют, и не знаю насчет ISIS-а, потому что те племена, которые там живут на Синае, они перекрашиваются то в один цвет, то в другой, то могут они братья-мусульманами стать, то они ISIS-ом могут стать, то они с Хамасом могут начать дружить. Там не так все просто, как обычно, пустыни, бедуины, все понятно. Вот, потому как куда во что надо, в то и перекрасимся. Но с другой стороны, определенная стабильность есть. Пока до поры до времени, пока ситуация под контролем, пока есть у Египта деньги, делать хлеб дешевым, давайте грубо скажем так. И пока так, ему удается, Аль-Сиси, делать то, что Мубараку удавалось сделать с меньшим напряжением. Но времена другие. Информация передается быстро, интернет как бы все делает для автократии, делает все значительно сложнее. Вот. Внимательно наблюдаем, друзья. Ну, а личностью, конечно, Мубарак был просто огромный. Огромный. Один из, наверное, последних из магикан такого масштаба политических лидеров, которого мы на своем веку успели увидеть. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик-политик», часть вторая, с вами Кирилл Задов, 25 февраля, год 2020, сегодня вторник, и декабрь, январь, февраль, кони белые унесли меня, и вместо того, чтобы остановиться на половине первого сегмента и закончить про Мубарака, я не смог этого сделать, за что приношу свои извинения, слишком уж тема такая достаточно эмоциональная для меня, вот, поэтому уже останемся в регионе, что обещал и не исполнил, исполню завтра с Божьей помощью. Хочу поговорить о перестановке в Саудовском кабинете, потому как это интересно, это важно. И мы видим, как все-таки достаточно настойчиво, упорно, целеустремленно, да, то, что по-английски называется словом persistence,
Вот. Действует Мухаммад бин Салман для того, чтобы свою адженду все-таки провести в жизнь. Несмотря на всяческие проблемы, на нехватку средств в данном случае, когда это, где это видно, да, чтобы саудовскому монарху не хватало денег. Ну, не хватает денег, и бюджет впервые пару лет последних бюджет Саудовской Аравии дефицитный. Я вам об этом рассказывал в программах, посвященных Саудовской Аравии. Так вот, на сегодняшний день все запомнят, помимо того, что это новомесячный месяц Адар, я всех поздравляю. Вот сегодня первый день, завтра второй. Начнется с заходом солнца. Первая Адара, веселый месяц для евреев. Одновременно с этим, видимо, для саудитов тоже будет месяц интересный, потому как вот человек, которого уволили в сентябре, и который пользовался, кстати, невероятным уважением, это бывший министр энергетики, главный, короче, на разговорах, всяческих встречах ОПЕК, который был министр, которого все буквально благоговели перед ним, потому что он считался, во-первых, политиком невероятного уровня, а во-вторых, его авторитет, да, его харизма, она на всех этих ОПЕКовских мероприятиях давлела, как бы, и она была, то есть, ну, он считался, правда, человеком очень уважаемым в кругах. Министр Халид Аль-Фалих, который был министром энергетики в сентябре, был уволен, да, за что сейчас расскажу. Его вернули сегодня в другом качестве, в качестве нового министерства по инвестициям. Он возглавит это новое министерство. Раньше не было такого министерства в Саудовской Аравии, и произошли некоторые перестановки. Например, министерство, ну, то есть, вообще, какие перестановки, чтобы не ошибиться. Министерство коммерции получило еще и определенное, министр коммерции Маджед Касаби получил портфель министра информации. И также Министерство гражданской службы и Министерство труда было объединено в новое министерство, которое называется Министерство Human Resources, да, человеческих ресурсов и социального развития. Да, это кажется, что это прям так никому не нужные бюрократические штуки. На самом деле очень важно. Это означает, что Саудовская Аравия начинает приобретать внешний вид, по крайней мере, и бюрократическую структуру выстраивает как нормальное государство теперь. Да, то есть будут разные... бюрократии будет легче управлять процессами реформ. Так, по крайней мере, думает Мухаммад бин Салман, и явно совершенно, так как он окружен советниками с очень хорошим образованием сейчас, людьми такими же молодыми, как он, и, ну, или чуть-чуть старше, которые прекрасно понимают. Ну, есть как бы те, кто стоит над ним, есть король, и есть, вот опять же, возвращение министра Фалиха, который был доверенным лицом и самого царя Салмана, отца Мухаммада бин Салмана. Он человек как бы очень... опять же, в кругу был авторитетным. В чем проблема? Почему его уволили в сентябре? Потому что готовилась тогда и initial public offering, то есть изначальная продажа акций Арамко, главное государствообразующего нефтяного предприятия Саудовской Аравии. И планы были у Мухаммада бин Салмана большую часть акций предложить на продажу. Вот. И господин Фалих, он тщательно, да, он брррр делал, да, он как бы пытался эту лошадь, разгоряченную эмоциями и надеждами, амбициями, в виде саудовского наследного принца, его амбиций, он пытался его попридержать, там, чуть помедленнее кони, потому как неизвестно, сколько мы еще денег сможем собрать. И в итоге он оказался прав, вы понимаете? В итоге намного меньшую часть акций саудовской компании Арамко было предложено, и количество инвесторов по многим причинам, и из-за убийства Хасокджи, и из-за падения цены на нефть, и попытки, и явных неудач, попытки эту цену как-то выправить, более сделать у этого графика больший как бы наклон, да, не получилось у этой цены, то есть она как бы стабильность, а сейчас из-за коронавируса как раз вот опять она уже... Опять к 50 вернулась. Поэтому, то есть, в такой ситуации, учитывая достаточно слабеющий спрос, непонятно, что будет со спросом со стороны Китая пока. Много, но угрозы торговой войны, опять же, спровоцировали между Америкой и Китаем падение спроса. Поэтому, акционеров так много не набралось, как планировал Мухаммад бин Салман. Оказалось, что взвешенная и осторожная позиция господина Халида Аль-Фалиха была правильной. В итоге он возглавит теперь новое министерство по инвестициям. И Мухаммад бин Салман рассчитывает, что его авторитет, его влияние в мире бизнеса, в мире энергетики, оно поможет эти деньги собрать необходимые. Там сейчас в этом фонде уже 300 миллиардов есть, надо еще. Потому как очень амбициозные цели и задачи у этого плана, Саудовская Аравия 2030, 2030 года. Ну и да, появилось Министерство туризма Саудовской Аравии, наконец-то, в связи с этими перестановками. Короче, все, что Мухаммад бин Салман в своем этом амбициозном видении 2030 обещал и нарисовал, все оно, скорее всего, будет рано или поздно реализовываться. Потихонечку. Ну вот израильтяне уже в Саудовскую Аравию приезжают. Вот, в частности, недавно саудовский король принял первого в истории раввина.
Равина Розен, по-моему, который входит в межрелигиозный диалог, в шестерку религиозных крупных деятелей от иудаизма, он там представляет, Равин Розен представляет иудаизм, и их всех принимал на той неделе Салман бен Абдель-Азиз. Это огромная вещь, совсем не маленькое событие, поверьте, впервые. И он, кстати, является гражданином Израиля, Равин Розен. Это очень интересный момент. Ну, о том, что негласно саудиты и израильтяне давно сотрудничают, все понимают, все знали это. Ну вот Нетаньяху пока, к сожалению, не получилось у Мухаммада бен Салмана встретиться. Слишком большое сопротивление, видимо, внутри королевства, и пока непонятно, что и дальше будет с Нетаньяху. Мы, конечно, желаем ему успеха. Вот примерно, да? Ну и в завершении всего хочется сказать то, что я вам обещал про коронавирус, про развитие. Сегодня стало известно, что заболел коронавирусом, заболел заместитель министра здравоохранения Ирана. Причем произошло это, он там вытирал пот, его начало трясти дрожь в момент, когда он давал пресс-конференцию вместе с пресс-секретарем государственным, то есть Совета министров Ирана. То есть получается, что с ним в контакте находилось почти все правительство, включая самого Хасана Рухани, президента Ирана. То есть вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим, как все правительство Ирана окажется под карантином, заболев коронавирусом, поймав этот вирус. Короче, ситуация, говорят, что в Иране выходит из-под контроля, и вообще Ближний Восток очень сильно напрягся сейчас. Вот, и также, естественно, наши войска на Ближнем Востоке и в Сирии, и в Ираке готовятся к тому, что американские войска, к тому, что к ним может коронавирус тоже прийти. Это серьезная угроза. Вот примерно, что я сегодня вам хотел рассказать. Я хотел о намного больших вещах рассказать, но, к сожалению, о больших сегодня не получилось. Я думаю, завтра мы этот вопрос наверстаем. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.